Ну, не и что это. Касается того, что почему на эту тему мы боимся говорить, например, недавно было любопытное исследование по поводу телевидения. Все-таки телевидение дает нам возможность привлечь внимание большого количества людей к каким-либо проблемам. Так вот, ВИЧ-инфекция является одной из тем, которую телевизионные каналы неохотно освещают, потому что это связано с умиранием, это не развлекательно, и поэтому, к сожалению, люди редко слышат о том, что эта ситуация актуальна. В этом плане «Дождь» – счастливое исключение.